Не комары, а мамонты. Где они такие набрались? Вам видно, какие комары летают? Как не комары, так еще какие-то бегемоты точно. Пришла я на огород. Думала, сейчас повырываю свои помидоры, все. Урожай закончен. Аля улю. Сейчас я вам покажу эту аля улю. Я вас люблю. Штаны продам, а все куплю. Посмотрите. Тут уже все, были одни гнилые, позасохшие, завяленные. Вот такие помидоры валялись. Видите, какие на земле валяются. И тут только бах, после дождичка в четверг, вернее, в воскресенье. Посмотрите, что творится с нашими помидорами. Ну как же ж ты будешь их, вот это, эти растения, выбрасывать? Там, конечно, сухие, я чуть-чуть пообрезала. Смотрите сюда. О, что это такое у нас? Карлатский жукчик тут такой. Нет, это не карлатский. Это просто жук. Это бздюха называется. Посмотрите. Помидорчики в цвету. Весны творение. Помидорчики в цвету. На удивление. Так они выперлись сюда, на пол огорода. Я думала траву повырывать. Куда там? Тут помидоры лежат, ребята. Они просто... Это лиана. Главное, что она на вот тут засохших таких ветках. Где-то она за что-то ухватилась. И она пошла расти, 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 расти. В общем, я тут их повернула уже на это растение. Потому что мне жалко, что они на земле валяются. Тут кое-что обрезала, потому что действительно засохло. Пошли вот эти новые ветки. Ну, как ты его выбросишь, как он уже в... Ой, и этот новые цветочки начал выпускать. Сидел, стоял. Ладно, идемте, покажу наверху, что я сделала. Руки без перчаток, ну как всегда, понимаете. Уже так часов, наверное, около 7 уже. Ну еще не темнеет, ну. Смотрите, пообрезала, во-первых, вот эти все розы. Вот эту ромашку я не стала пока выбрасывать, мне кажется, она гаукнулась. А эта ромашка распускается, видите? Розы пообрезала, но тут на тоненьких веточках непонятно, что было. Вот, опять же, помидоры. О! Все? Успокоился. Все заметили, как он вокруг своей оси перевернулся. Посмотрите, какие замечательные помидоры. Ну как ты их будешь вот это вот выбрасывать? Так они ж собаки вкусные и не гниют. Посмотрите, сколько их на земле. Ну на земле это я, конечно, дождем их позбивала. Такой дождяра шел, вышел. Один куст я убрала, он был сухой. А эти еще стоят. Убрала я недоделанный огурец. Потому что ему уже все. И сетку тоже убрала. Этот помидор, который сам по себе падалиш не вырос. Он тоже еще помидором называется. Поэтому тут живой. А? О, что-то подгнивает лимончик. Но тут большой растет. Где-то их несколько штук видела, пока тут срезала помидоры. Вот еще какие-то зародыш на лимон похож. Ну, в общем, у лимона листья крутятся. Его надо с умом обрезать. Но никто этого делать не умеет. Умеет это мой сосед. Он предлагал, Луиджи на тут не согласился. В общем, так. Чао. Этот помидор тоже, смотрите, пошел в рост. В общем, пока эти помидоры вот так вот себя, ой, неплохо чувствуют, отдайте,
присесть на 3 секундочки. Немножко траву повырывала. Думаю, вырвать их всех да успею. Так что пусть еще стоят. Тут они хуже цветут. Хотя тут были получше помидоры. Но там внизу это ж вообще весенний ансамбль. Хотя и тут чего-чего. И зеленых, и всяких хватает. Смотрите. Одни помидоры. Листьев нет, веток нет. Вообще ничего нет. Одни помидоры. Вот так вот. И тыква. Ква-ква. Ой. Блин, комары. О, собаки. И вот такой мешок. Тут участок чистенький. А там участок грязненький. Завтра будет лудизина. Тут участок убирать. Говорю, осторожно с помидорами. Пусть растут. Никому не мешают. Ну, жалко. Жалко, жалко, жалко. Сейчас пойду этот мешок выброшу. Ну что, посеять, наверное, горчицу, чешу. Даже не знаю. Пока ничего не буду делать. Пока поработала. Так хорошо расслабилась. Ой. Прямо аж коленки хрустят, спина хрустит, усё хрустит. Машина пищит. Там сосед сверху уже все свои помидоры повыдирал после дождя. Ну, я смотрю, что у Мима пока стоят. Ну, жалко, ребята. Ну, куда вы их, куда их вырывать? У Мима тоже вон помидоры стоят. Вот участок у него чистый. Что у него там за типа руколы, кульбаба растет, что ли? И эти помидоры у него стоят. Но он же ж их поливает. А мои без полива. Вообще. Без догляду, без ничего. Видите, у Анжелы тоже лимон. Какие-то листья на нем желтые. Видимо, какое-то межсезонье. И у них тоже наступает какая-то период непонятно чего. А вот еще вот эта вот пальмочка, которая белым цветет. Очень красивая у Анжелы во дворе. Я вам уже возле своего окна показывала. Сейчас, если не впаду, постою на бордюре. О, смотрите, красиво видно. Видали? Как красиво цветет. Все. Генуя стоит на месте. Забастовок никаких нет. Город движется, живет. Луиджина сегодня меня спрашивала, ты, говорит, делала? А я говорю, а-а. Он позавчера сделал 2-ю дозу. А говорит, ничего, даже не заметил. Я говорю, ну, слава Богу. Слава Богу. А? Красота какая, ребята. Это ж не красота, это красотища. Еще мимены цветочки покажу поближе. Ой, 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 где они? Вот эти вот горшочки, в горшочках. Видали, какие красавцы? Ну, мужик ухаживает, мужик. У него жена на огород не выходит. Она говорит, я не могу. А вот жить бы вот в таком дворце, в королевстве кривых зеркал. А, такой балкончик королевский никому не нужен. Что то за будка стоит? Это что? Туалет какой-то, чешу. Вот это синей крышей, как вам кажется. Или летний душ, вообще-то непонятно. В общем, все, ребята, пошла. Я собираю свой урожай. А тут еще вот этот будяк надо вырвать. И непонятно, че він на огороді росте, чи... О, чи він де росте. В общем, где бы он не рос, мы его вырвали. Хотела повырывать еще траву. Но она где рвется, а где нет. После дождя, в принципе, некоторое хорошо выходит, но... Если я все уберу, а что ж Луиджина буду делать? Бедный несчастный. Ой. Не, кое-где, конечно, надо сапкой поделать. Видите, какие корни глубокие. Там, где не глубокие, то там она, конечно, и вырывается. Боже, была бы моя воля, я бы вот это прозорала, бы этот огород, керничку тут поставила. Лежаночку, 2 дерева, гамак.
Я в гамаке. Рядом какой-то этот самый уголек. Пицца, чих-пых. Кусок мяса, чи кусок рыбы. Ой, кстати, сегодня рыбу свою попробовала. Галинеллу. Вы знаете, очень даже вкусно. С одной картошиной. Я ставила себе одну картошину. Боже, какая вкусная картошка. Ребята, это вам не передать. Как вроде на костре была запеченная. Так, ладно. Хорош упражняться. Мне еще мешок мусора выносить. Ой. Все. Всем пока, ребятушки. Увидимся завтра.